51-летняя Дженнифер Энистон, сделала материальный вклад в борьбу с пандемией. Американская актриса поддержала работниц клиник, сражающихся с коронавирусом. Бывшая жена Брэда Питта обычно не афиширует свою благотворительность, но в этот раз сделала исключение, чтобы призвать поклонников последовать ее примеру. Звезда сериала «Друзья» пожертвовала деньги для помощи персоналу больниц, которые борются с COVID-19 на передовой. Энистон перечислила средства фонду американских медсестер. «Их мужество и самоотверженность выше всяких похвал, и они нуждаются в нашей поддержке. Вы постоянно заботитесь о пациентах, вы – наши герои», – написала Дженнифер. Актриса не стала хвастаться суммой своего вклада. Инстадива поделилась ссылкой на фонд, чтобы желающие помочь оказать помощь медицинскому персоналу могли присоединиться к сборам. Во время самоизоляции Энистон стала заметно активнее вести соцсети. Кинозвезда поделилась с поклонниками видео, снятым молодым музыкантом из Ирландии Джека Стюарт. Юноша исполнил хит группы The Rembrandts I'll Be There For You. Эта песня знакома всем фанатам сериала «Друзья», поскольку звучит на заставке шоу. Музыкант представил самоизоляционную версию трека. «Видимо, мы останемся дома весь год или несколько месяцев, я не знаю», — спел артист. Ролик понравился Дженнифер, и она показала его многомиллионной аудитории. В конце февраля было официально объявлено о возвращении друзей спустя 15 лет. Как ожидается, выйдет как минимум один свежий эпизод ситкома. Согласиться на съемки в продолжении шоу Дженнифер подтолкнул Брэд Питт. Ранее звезда устроила сюрприз заболевшей коронавирусом медсестре, позвонив ей по видеосвязи. Артистка призвала фанатов ответственно вести себя во время пандемии.